7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Стрижка без ножниц – бесхитростная маркетинговая приманка. На самом деле это определенный вид укладок, который позволяет ходить с короткой стрижкой некоторое время, не трогая длину волос. Семья парикмахеров Мария и Марина Новиковы посвятили этому воркшоп в третьем блоке. Это уникальная техника, которая используется на фотосессиях. То есть мы из девушек с длинными волосами делаем эффект стрижки методом наложения волос из хвостиков, либо просто подкалываем волосы так, чтобы на фотосессии казалось, что у них текстурная модная стрижка такая, да, то есть при этом мы не стрижем моделям волосы, то есть они остаются и уходят опять длинными. Для чего это нужно? Для фэшн-съемок, для съемок, для работы в кадре, чтобы изменить человека, совершенно сделать его в другом стиле. Сегодня с утра пришли обычные девчонки, 17-летние, 18-летние, и выходят дивы, какие-то необычные, яркие. Очень прикольный, крутой, такой открытый диалог с, скажем так, с людьми, которые хотят посмотреть то, как мы работаем в процессе, да, как мы себя проявляем, находясь вот именно в этом моменте, творческом порыве. Я посмотрела, как работает другой мастер. Мне это страшно интересно, потому что всегда интересно заглянуть за кулисы. Всегда интересно посмотреть, что делают другие, и взять что-то себе на вооружение. Казалось бы, что в парикмахерском деле с методиками наращивания, восстановления, окрашивания, выпрямления и многих других удивительных методов сложно предложить что-то новое. Но, оказывается, нет предела креативной мысли. Это подтверждает идея стрижек без ножниц.